Ну що ж, пане Романе, з 13 на 14, перепрошую, з 12 на 13 серпня ми вражали позиції ворога, і є хороша, дуже, можливо, наймасштабніша атака на Кримський міст. У нас є відео, це знімають самі очевидці біля Кримського мосту. От задимлення просто шалене. Попереднього разу таке задимлення ми бачили, то окупанти розповідали, що вони так прикривають міст від візуального бачення безпілотників, хоча це абсурд. Цього разу кажуть наступне, що було 4 вибухи, місцеве населення каже про те, що чули мінімум 8 ударів, по мосту було зупинене транспортування автомобілів. Що це могло бути, пане Романе, і от чи правда те, що це спрацювало ППО російське, як вони кажуть? Ну, ППО точно работало, потому там часть взрывов, которые слышат местное население, это как раз работа, это старт ракет, которые выходят из тубусов, то есть, и этот удар, он довольно-таки, ну, в принципе, мы, наверное, все его слышим, потому что у нас также работает противовоздушная оборона, и то же самое и у россиян, потому часть это старты ракет, а часть это может быть как раз взрывы от поражения. Россияне действительно прикрывать будут при любой атаке, это в протоколе безопасности прописано. Любая атака, какая бы ни шла на мост, если они ее видят, или движение хотя бы даже беспилотников в сторону моста, это значит чуть ли не весь Крым, если беспилотники проходят наши и движутся в сторону Керчи с запада на восток, они точно будут перекрывать мост и его задымливать. То есть вот такие движения – это стандартный набор системы противовоздушной обороны и прикрытие, визуальное прикрытие объектов. То есть включение дымовой завесы, там специальные машины есть, которые ее производят. Это будет теперь постоянно. При еще раз повторюсь, при любой атаке – остановка движения и прикрытие. Ну, до моста у нас сейчас на данный момент могут достать, в принципе, три модификации беспилотников или ракет. Первое – это надводные беспилотники, БЭКи, безэкипажные катера, вот, которые в последнее время СБУ работает по Черному морю. Это беспилотники воздушные. Это в основном Главное управление разведки СБУ, это спецслужбы наши этим делом занимаются. И ракеты зенитно-ракетных комплексов, вот россияне прописывают о том, что атаки идут С-200. Действительно, С-200 может дойти до дальности в 300 километров по наземной цели. У нее больше, чуть больше 250 километров по воздушной цели, но при выполнении определенной траектории она может дойти до 300 километров, потому С-200 может работать и по мосту, потому здесь вероятность большая по поводу С-200. Вопрос системы наведения, потому что система наведения уже самого зенитно-ракетного комплекса, она вряд ли используется, потому что она не достанет по наземной цели. А вот если ракета переоборудована, допустим, такой же системой управления, как была в свое время переоборудована советская ракета Х-35У, изменена система наведения, и из этой ракеты получилась ракета «Нептун», которая потопила Москву. Так вот, примерно такая система наведения, она может использовать рули ракеты С-200. Я думаю, наши умельцы это уже сделали. И вот, используя эту систему, ракета может выходить, в принципе, с очень маленьким круговым вероятным отклонением и может поражать такие цели, как тот же Крымский мост. И дальность, в принципе, позволяет, даже без переоборудования. А если вместо ускорителей у этой ракеты 4 ускорителя пороховых, если сделать их мощнее, а наши могут их сделать однозначно, то ее можно забрасывать на дальность 500 и 600 километров. Все будет зависеть от мощности реактивных ускорителей и системы наведения, которая будет использоваться уже для удара ракетой по цели. Потому надо посмотреть будет, я думаю, сегодня уже будут какие-то космические снимки, то есть спутниковые снимки,
они уже покажут действительно развитие событий на Керченском мосту. Пане Романе, якщо говорити про Кримський міст, скажіть, будь ласка, а чим нам найефективніше влучати? От цими ракетами С-200, наскільки вони точні? Чи все ж таки більш точними і більш руйнівними будуть надводні дрони? Ну, надводні дрони можуть при определеному підході до тонни взривчатки нести. До тонни. Тобто, звісно, в цьому сенсі будуть дрони. Ну, они, россияне, сейчас там и боновое заграждение подтянули, и прикрывают мост и гражданскими судами, и военные корабли. Там сейчас сложно будет именно дронами пройти, хотя, в принципе, можно, я думаю, будут пробовать. Потому оптимальный вариант работать именно ракетами типа С-200, теми же Storm Shadow и Scalp EG. Они не доходят, то есть сложно их, в принципе, подтянуть к этой дальности. У них реальная дальность там чуть больше 250 километров, потому летчикам придется либо близко подходить к линии фронта, либо заходить за линию фронта для того, чтобы сбросить эту ракету. То есть там вопрос чисто по дальности. Вот Таурусы, если их не будут переоборудовать с дальностью больше 500 километров, они туда дойдут и с нашей неоккупированной территории. А оптимально, конечно, это использовать именно вот эти ракеты. С десяток ракет Storm Shadow они выведут полностью мост из строя. То есть десяток ракет, там тоже КВО очень маленькое, там чуть ли не в полметра, метр они попадают. Мы видели, как ракета бьет чуть ли не в осевую линию моста. Вот были фотографии Чангарского моста. Mm-hmm. То есть вот примерно с таким КВО, то есть с такой точностью десяток ракет выведет мост из строя как минимум на полгода. Ну, все будет зависеть от принятия решений и поставленной задачи. Я думаю, с мостом мы разберемся, потому что это единственная преграда, которая пока на данный момент удерживает, скорее всего, на данный момент удерживает наши войска от начала форсирования Днепра и выхода в Крым, так как вот после вывода из строя Крымского моста у россиян еще где-то 1.5-2 недели останется армейских запасов, и в эти 1.5-2 недели лучше не двигаться. Вот после отминусования Крымского моста, вот где-то через 2 недели можно начинать движение, у россиян практически уже не останется армейских запасов. Это будет оптимальный выход и движение. Почему сейчас и интенсифицировалось действие и по Крыму наших беспилотников и ракет, и по Крымскому мосту? Пане Романе, от ми говоримо про те, що ми можемо влучати по Кримському мосту також і Storm Shadow. Наскільки Storm Shadow британський чи французький Scalp, чи, можливо, Taurus аналог, які нам можуть передати німці, чутливі і вразливі до ППО росіян? Наскільки росіянам легко збивати ці ракети? Ну, это дозвуковые ракеты, по большому счету, это уровень калибров ХАСТу первых вот, российских. Мы их сбиваем, потому, в принципе, и россияне могут сбивать эти ракеты. И Storm Shadow, и Scalp EG, дозвуковая ракета, она там 0,85 маха идет, где-то под 900 км в час скорость. Для противоракет системы ПВО это небольшая проблема. Проблема для ПВО российской то, что эти ракеты все идут на предельно малых высотах, несколько десятков метров. Угу. С огибанием рельефа местности увидеть их практически невозможно в этом смысле. Плюс на них не действует никакая система радиоэлектронной борьбы. То есть РЭБы их прикрыть не могут, и, кстати, вернее, увести не могут. И, кстати, и дымы в том числе также не уведут ракету, так как она на последнем этапе полета уже перед горкой включает тепловую головку самонаведения, и дальше она уже наводится чисто по контрастной цели, коим является, ну, в принципе, любая цель, тепловой контраст, главное, чтобы был. Вот, допустим, тот же мост, особенно ночью, он в инфракрасном диапазоне светится, как новогодняя елка. Потому такие ракеты вообще лучше использовать ночью. Ну, а Таурус еще и выполнена с определенными механизмами и вариациями стелс. То есть ее еще и не видно. У нее ЭПР, эффективная площадь для рассеивания, очень маленькая, как у воробья. По большому счету увидеть ее очень сложно в системе ПВО.
Плюс и Storm Shadow, и Scalp, и Taurus однозначно будут использоваться в паре с ракетой-постановщиком «Помех». Есть такая ракета IDM-160. Вот россияне часто часть этой ракеты у себя на своей территории находят. Она, у нее задача создать ложные цели, ослепить ПВО противника, даже вплоть до того, что и погибнут, то есть на себя берет какие-то противоракеты, но в это время, там несколько секунд есть, в это время проходят основные ударные ракеты, выполняют боевые задачи. Первый удар, кстати, как раз и был по Луганску, если помните, как раз с использованием этой ракеты IDM-160, и потом две ракеты Storm Shadow зашло, уничтожило военный объект в Луганске. То есть примерно в таком режиме будут использоваться эти ракеты и с ударом по Крымскому мосту. Ракета IDM-160, у нее дальность за 500 километров, потому ей, в принципе, без проблем она дойдет до Крымского моста и поставит помехи системам ПВО противника.